Взрыв на теплотрассе Владивостока произошел вечером 7 сентября в районе Акатовой. В 9 квартирах камнями и кусками асфальта выбило 20 окон. На дороге образовалась пробоина и парализовала движение автомобилей. Горячая вода и пар охватили помещение здания. Обошлось без травм, однако прибывшим оперативным бригадам ДГК все равно пришлось эвакуировать 65 жильцов дома. На место происшествия также приехали аварийные службы города, МЧС, полиция и мэр Олег Гуменюк. Взрыв был очень мощный, выброс камней был до километра. Сейчас службы всех, которые именно ответственны за эту трубу, это ДГК. Здесь находится также и работает группа УВД, которая именно описывает причиненный ущерб, на основании которых будут составлены акты, предъявленные страховую компанию. Сейчас в доме номер 3 отсутствует горячее водоснабжение. Его пытаются восстановить с помощью аккумуляторных баков. Разбитые окна затянули пленкой, а МЧС поставили тепловые пушки для просушивания помещений. Юристами компании-поставщика горячей воды было осмотрено пострадавшее имущество. Теперь жильцы ожидают результатов оценки и компенсации. Причины происшествия выясняются. Кирилл Самойлов, Новости на Восьмом.